Андрей Дементьев, баллада о матери. Постарела мать за 30 лет, а вестей от сына нет и нет. Но она все продолжает ждать, потому что верит, потому что мать. И на что надеется она? Много лет, как кончилась война, много лет, как все пришли назад, кроме мертвых, что в земле лежат. Сколько их в то дальнее село, мальчиков без усов не пришло. Раз всего прислали по весне фильм документальный о войне. Все пришли в кино, и стар, и мал, кто познал войну и кто не знал. Перед горькой памятью людской разливалась ненависть рекой. Трудно это было вспоминать. Вдруг с экрана сын взглянул на мать. Мать узнала сына в тот же миг. И пронесся материнский крик. «Алексей! Алешенька! Сынок!» Словно сын ее услышать мог. Он рванулся из траншея в бой. Стала мать прикрыть его собой. Все боялась, вдруг он упадет. Но сквозь годы мчался сын вперед. «Алексей!» — кричали земляки. «Алексей!» — просили. «Да беги!» Кадр сменился. Сын остался жить. Просит мать, а сын